400 meters. Turn left. Turn left. Да, да, Урсус, я сам офигел. Космическая какая-то ерунда, блин. You have arrived at your destination. Ламборгини, Урсус. Тачка отпад просто. Ну, блин, офигенная машина. И он как раз, получается, я в татарку в гору поднимался, он навстречу ехал. Ну как ехал? Урчал. Бррр. Ну, блин, это непередаваемое чувство. Лет через 40, может, мы с тобой себе купим такие. Когда они будут стоить по 800 тысяч. Сейчас мы ему движку поменяем. 6,5 литров, значит. Вот. 6,5 литров. В полном приводе. Возможно, и сейчас выхлоп еще поменяем. Ага, поменяем. Хуй мы его поменяем. А что, Twitch банит за маты, интересно, или нет? И охлаждение. Остальное пускай в стоке остается. Не хочу ковыряться даже. Почти все деньги тут уже всадил. Это я же не. Угу. Можем и прийти, только банк завтра закрыт. А ну-ка, посмотрим, что за звучок. Ой, бля. Вообще отстой какой-то. Похож на этот. На Субару. И это что, вот так вот должен звучать 6? Говно. Даже не хочу с таким звуком. Чё? Опять один? Один. Сегодня, да. Сегодня ж пятница, сегодня мой день. Да, это точно. Говнозвук. Не ламбозвук, говнозвук. А так колеса Хаман стоят, заметь. Сейчас попробуем другой движок запилить, подожди. Там же был еще 5,2. Вот этот. 5,2. Звук норм, да, ну для этой машины. Но он должен басистовским. А он дерьмовый. Сейчас я тебе Ешку, которая мне нравится, покажу. Сейчас, если звук не на этом, на Иксе не поменяется, на этом говне, я хотел сказать. Вот, то я тебе покажу Ешку, которая мне нравится, купешка. Вот, которую я хочу себе взять. Ну нет. Мне очень нравится мне. Сейчас эти Ешку возьму, там звук так звук. Да я до хера что хочу, но вот та Ешка мне нравится. 2800 в Краснодаре есть. Она вообще бомбовская, кайфовая. И Кайен мне нравится, и Макан мне нравится. Все мне нравится, денег нет. Вот тут сейчас Ешечка у меня есть, сейчас ты ее заценишь. Так, Ешечка, Ешечка, где же ты моя Ешечка? В Феврале поедем? Ну если в Феврале поедем, то только за Паршом. Потому что на что-то другое я не накоплю. А вот на Porsche Cayenne 4.8 Biturbo, да? Вот она, Ешка, как тебе? Кайфовая?
Вот эта Ешка такая только черная с белым столоном, короче, стоит в Краснодаре 2800, пробег 40 тысяч. Алло. Он говорил пшеничное, нефильтрованное какое-то, да. Светлое пшеничное, нефильтрованное. Давай. Да эску продать не проблема, там ее предостаточно. Ну, блядь, продать-то продать. Надо-то что-то нормальное взять. А вы что, тоже не хочется? А что брать, хуй знает. 70? Да, кайфовый, ну, блин. Чуть-чуть добавить можно для этого посвежее. Ну, я не имею в виду не до машины, типа Kia и Hyundai. Не-не, такое говно я брать не буду. Вообще Infiniq я взял еще, кстати, вот, есть идея, идея FX, взять Infiniq FX 37, блин, прикольно, но мне кто-то говорит, G35, блин, ну, как бы, ничего, вроде ничего, талончик приятный, да, а динамика вообще, улет. Ну и что, как тебе звук на Ешечке-то, а? Алло. Не, может, ты ему наберешь, спросишь? Я не знаю. Нет, блин, надо спросить его, я не знаю. Да, FX Jeep. Infiniq FX 37. Было тогда хотя бы 9-10 года взять, блин, он ценник космический. Я хер знает, что они... Беру 101, ну да, хорошая машина. Ну, блядь, ну не полтора, не лям 300, ё-моё, да. 9 за 8 год. За эти деньги я себе в 10 возьму, блин, 3-литровый дизель. 12 года, ёптик. А они за Филик полторашку просят, сука. Терпеть их не могу, мудаки какие-то. Не, Ян, ну а ты как думаешь? Ну сколько бы ты дал Infiniq FX 37? Ну я думаю, что его ценник года 9-8 уже в новом кузове, ну где-то, ну сколько, ну 800, ну ляма, 800 лям, лям 100, ну не полтора, блин. Там есть кайфовый, короче, я не помню, по-моему, в Новороссийске или что, и в Краснодаре, я не помню уже, и в Майкопе, ну не суть, короче, в космическом объекте, я тебе показывал, нет, красный был, почему ты бы его не брал? Ну, Финик был, он почти то же самое, такой же, как мой. Если FX 35, то там мотор такой же. Почему не брал? Алло. А. Либо давай Карачаевская, либо давай возьмем что-то на пробу. Можно поэкспериментировать. Давай три такого. Да? А если я доверяю твоему вкусу, не находясь там, не могу тебе сказать. Давай. Я бы купил F10, я тебе говорю серьезно. В М-пакете либо белую, либо темно-синюю. Дай прикинь. Белую, темно-синюю и